У Могилевской области перекрыт международный канал вывозу женщин за межу для сексуальной эксплуатации. У вынику спецоперации, которую провели сотрудники управления по наркоконтролю и супрадеяния хандлю людьми, затриманы вербовщик живого товара из Могилева. До речи, все лето это другий перекрытый канал такого рода. Правоохранникам стало известно про то, что могилевчанин собирается вывести жихарок в области быцем бы для работы у Россию. Девушка не будет заниматься проституцией, она будет работать в массажном салоне, будет получать стабильную, хорошую зарплату, и за нее уже фирма, в которой она будет, якобы планируется работать, за нее будет платить и обеспечивать ее и жильем, и проживание, питание, и плюс одежда. У операции задействовали сотрудников ДАИ, бойцов отряда милиции особого предназначения. Вербовщика вели с самого початку. Да, слышу. Черный Мерседес. Вижу, она садится в машину. Сотрудники ДАИ спынили для проверки автомобиля, а далее працевало милицейское спецподразделение. ОМОН, работаем. Хоть и не одразу, але затриманный рассказал, куды и на во что вез женщин. Ты в какой роли выступаешь? В смысле, в какой роли? Кто девушек на Москву везет? Я. Для чего? Ну, хотят работать. Работать где и кем? В массажном салоне. На затриманного завели криминальную справу. По словам правоохранников, ему поражает до 10 лет позбавления воли. Павел Савицкий, Сергей Карпяков, Николай Соболев. Новини регион.